Плотно продолжается. Купил 18-е колеса вот у пацанов в GG Pro своих друзей. Шипованные ребята. Так что, возможно, все будет на шипах. Ответственная заварка от Пашки. Как тебе понравилось варить редуктор, братан? Я обожаю варить. Обожаешь варить редуктора. Все, короче, белуга почти готова. Это не шипованную резину. Шипы возьмем на запас. Надеюсь, они нам не понадобятся. Редуктор сейчас установим. Тяги, наконечники новые. Все проверили, протянули. Печку поставили. Или не мы, ее варили изначально на Дальнем Востоке, когда машину еще собирали там. Она же была у меня изначально оттуда. Мы все на ней переделали, кроме выхлопа редуктора. Вот уже редуктор тоже переделали нормально, по-человечески. Заправка белуги. Когда занимаешь половину комплекса АЗС, Рома, ты порадуешься, на какой мы заправке заправляем сотый. Сцепление от Вити. Ведь прости, но ты очень... Ты как сейчас атлет, который метает диск на Афинских играх 442 года. Диск сцепления. Показалось мало своих способностей. Это знаешь, как в этом фильме, не фильме, а когда там демоны вселяются в людей и ходят. Форка временная, покажи. Программу лайтовую, специальную, низенькую. 0.8 буст, получился 525 момента на 3000 оборотах и 389 сил на 6500. Если добавить всего лишь 0.3 надува, вот 1.1, первый проезд, уже 463 силы и 610 моментов. Видите, разница здесь падает, а здесь чушь. Выхлопной трубой огонь был. На 2 метра, чтоб. Вот так. Ну, чтобы он газ потом, соответственно. Остановимся. Получается 477 сил, 635 момента на бусте 1.1. 1.1. Oh, my God.